Почему я? Почему именно я? Выберите себе другую внучку. Вокруг, знаете, столько детей. И умные, и воспитанные. И... Я вам не подхожу, я ничего не умею. Я даже пишу с ошибками. Стоп. Я все понял. Кто-то внушает тебе, что ты мне не нужна. Что я такой злой, плохой, совсем тебя не люблю. Но почему вы должны меня любить? Дури твоя башка. Да я тебя вот такую вот на руках таскал. Я вон тебя вырастил. Красавица такой, солнышко мое. Ты говоришь, не нужна. Пишешь она с ошибками. Да я однажды в слове рекогносцировка 5 ошибок сделал. Нет. Скажи, кто тебе говорит, что я злой? Никто. А все-таки? Ну, я не знаю. Все об этом говорят. Ну, прям так все говорят. Злой. И агрессивный. И то, что на плечах вместо головы ядерная боеголовка.